Сегодня вторник, вот такой вот у меня простенький ужин. Макароны с сердцами и немножко мяса. И вот я еще купил сгущенки и лука. Потратил 132 рубля. Итого за эту неделю у меня ушло 276 рублей. В принципе, немного. Я собираюсь готовить до завтра суп грибной и жареные грибы с рисом. На четверг у меня уже все приготовлено, на субботу тоже. А вот на среду пятницу буду готовить, у меня будет грибная еда. В этом, я думаю, ложусь. Если в лес пойду, стоит ли учитывать то, что я трачу на проезд до леса и обратно, я думаю, не стоит. Так. Не обязательно, мы проверяем, сколько можно прожить месяц и так и чисто на еду. Такой у нас эксперимент. Так, подводные итоги. На той неделе не снимал, что было в лесу. За две недели я потратил 1464 рубля, как я уже об этом говорил. Потом 150 это в лес я входил, скорее всего, вот это 150 рублей потратил, потому что я так приблизительно. 276 и вот 345 рублей недавно купил рыбу и мясо. Итого я потратил за месяц на еду 2235 рублей. Так что на 3000 можно жить даже шикарно. На разницу сколько там осталось? Еще 700 рублей неизрасходованных. Так что депутат был прав, на 2500 можно вполне спокойно прожить, особо не заморачиваясь. Говоря современным языком. Все. Такое вот было мое видео. Экспериментальное.